Работники Сбербанка решили присоединиться к популярному молодежному движению «Флешмоб». На массовую акцию собрались сотрудники со всех отделений города, привлекали своих друзей и даже детей. Тем более повод есть. Поздравляем Сбербанк со 170-летием. И наша активная молодежь, и не только молодежь, собралась поприветствовать Сбербанк и с эмблемой Сбера. Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, порой он даже шокирует. Это спланированная массовая акция, в которой группа людей в общественном месте начинает выполнять заранее оговоренные действия и расходится. Сотрудники Сбербанка получили массу позитивных эмоций. Возьмите листик правой стороной к себе, и так, чтобы цифра у вас была в правой руке, то есть над правой рукой. Показываю, цифра, рука. Я пришла сюда на работу и заодно решила поучаствовать в флешмобе. Весело же. Поздравить Сбербанк с днем рождения, несмотря на туман, собралось около 100 человек. Получил сообщение по внутренней почте о том, что правило как там трех рукопожатий, то есть один человек приглашает трех людей. Руководители уверены, это не только празднование юбилея, но и своеобразный тренинг, который сплотил коллектив. Наталья Тараненко, Александр Крымов для программы «Новости».